Все эти вещи принадлежали одному человеку. Человеку удивительному. Многие его идеи опередили время. Некоторые из них кажутся фантастическими и сегодня. Это был ученый, философ, основатель нескольких научных направлений. В его распоряжении была самая большая лаборатория, которую только можно себе представить. Весь мир. В другой ему было бы попросту тесно. Он родился в 19 веке. Рассвет его научной деятельности пришелся на век 20. Но для того, чтобы рассказать о нашем герое, нам не придется слишком часто оглядываться назад. Напротив, чтобы рассказ получился полным, мы обратимся в день сегодняшний. Из переписки Вернадского видно, что он был непонятен современникам. Вот все говорили, да, вот это вот, спасибо за вклад, вот такие интересные мысли, все. Но когда читали его произведения, они были непонятны. Один друг-математик писал, что я вот 5 раз прочитал вашу, так сказать, статью, там, и только сейчас начинаю понимать. Он жил в другом мире. Но было понятно, что он опережает, как бы, так сказать, его мысль бежит вперед. Только сейчас мы начинаем понимать, что он имел в виду, что все это было завязано на общее, на единство взгляда, вот холизм, такой целостности. Каждый большой ученый всегда первооткрыватель. Он прокладывает путь, по которому предстоит пройти остальным. Владимир Иванович Вернадский за всю свою жизнь начертил на карте мировой науки множество таких путей. Многие из них еще не хожены, но время все расставляет по своим местам. Образец у вас на столе лежит, он прибыл к нам из Антарктиды? Да, совершенно верно. Это оазис Ларсеман или холмы Ларсемана в Восточной Антарктиде в районе российской станции «Прогресс». Это образец гранитоида. Мы видим в верхней части его корку со скальным загаром, а под ней мы видим трещины. Если эту плитку снять, под ней мы видим зеленый пигмент. Это цианобактериальные сообщества и другие организмы. Здесь существует целая микроэкосистема. Гранитоид содержит прозрачные и полупрозрачные зерна кварца и полевых шпатов. И свет в минимальных количествах проходит сквозь эту дисквамационную плиточку, и его достаточно для того, чтобы цианобактерии внутри скалы осуществляли фотосинтез. Многие полярники, находясь в Антарктиде, не подозревают, что там есть такие системы, потому что с поверхности скалы выглядят безжизненными, пока ты не стукнешь молоточком, не отколешь корочку и не увидишь невооруженным глазом вот этот вот зеленый пигмент внутри. Эта система прекрасно вписывается понятие биокостного тела, которое предложил Владимир Иванович Вернадский. Мы имеем костную составляющую, собственно, минеральную породу. Мы имеем эндолитное сообщество, это биотическая составляющая. И в результате их взаимодействия образуется совершенно ни на что не похожее, особое, естественное биокостное тело. Биокостное вещество – это термин, введенный Вернадским в 1926 году. Он обозначает особое вещество, возникающее при совместной деятельности живых организмов и природных процессов. Самым простым примером тела, образованного биокостным веществом, является почва. Выглядит довольно скромно, но на самом деле в этой колбе находится знатная особа, царь почв, русский чернозем. В 1889 году в Париже проходит всемирная выставка. Посмотреть есть на что. Эйфелева башня, 111-метровая галерея машин, сделанная из сварочного железа, автомобиль Даймлера, автомобиль Бенца. Я думаю, нам стоит сюда заглянуть. У меня как раз есть билетик. Все удовольствие, 1 франк.
Видимо, мы немного опоздали. Выставка закончилась. А тогда, в 1889 году, живой интерес у публики вызывает российская почвенная коллекция. Коллекцию по просьбе Докучаева в Париже представляет Вернадский. Особым вниманием пользуется чернозем из Воронежской области, объемом в одну кубическую сажень. Отдел русских почв приводится с Франции золотой медаль. А Докучаев получает французский орден за заслуги по земледелию. Эйфелева башня стоит по сей день. А вот куб чернозема постигла печальная судьба. Он хранился в Сорбоне, но во время студенческих волнений 1968 года был разбит. С Василием Васильевичем Докучаевым Вернадский знакомится в годы своей учебы в Санкт-Петербургском университете. Докучаев читает в университете курс лекций по минералогии и кристаллографии. И в то же время работает над своей монографией «Русский чернозем». Вернадский захвачен новизной его идеей. Подход Докучаева к изучению почвы станет настоящей научной революцией. Как ученые долгое время понимали почву? Да, в общем-то, никак. Они знали, ее изучали, но стройная теория, а тем более науки о почве, не существовала. Но она появится. Генетическое почвоведение. Вот как она будет называться. Образец, видите? Да. Маленький, и именно верхний слой изучался до Докучаева. Пахотный слой. Это образец уникальный, он нам подарен из экспедиции самого Докучаева, Нижегородской знаменитой. А, это вот еще Докучаев. Вот прям это. Прям вот оригинальный образец. Именно Докучаев выделил почву в статус самостоятельного естественного природного тела. А это тело, имеющее свои особенности, свои законы, развивающиеся по принципам организма. Образование почвы – это сложный процесс взаимодействия нескольких факторов, выделенных Докучаевым. Климата, рельефа, живых организмов, почвообразующих пород и времени. Именно благодаря Докучаеву было создано новое понятие о почве и появилась самостоятельная наука – почвоведение. А это портрет Василия Васильевича Докучаева, сделанный из песчаных почв. Разные горизонты подзолов здесь являются материалом, из которого сделан портрет. А, ну это вот прям, можно сказать, практически наука подарила этот портрет, который он открыл. Василий Васильевич Докучаев окажет огромное влияние на становление Вернадского как ученого. Вернадский возьмет у своего учителя главное – системный подход к изучению природы вещей. В 1885 году он заканчивает обучение и по приглашению Докучаева вступает в должность хранителя минералогического кабинета в университете. Это станет важным этапом не только для Вернадского, но и, как покажет время, для минералогии в целом. Это кварц, один из самых распространенных минералов земной коры. Химическая формула – силициум-2, природный диоксид кремния. Обычный кристалл в виде шестигранной призмы с одного конца увенчанной шести- или трехгранной пирамидальной головкой. Интересно, но скучно. Именно такой была минералогия до Вернадского – скучная, описательная наука. Вернадский в корне изменил это представление. В то время, в общем-то, минералы рассматривались в отрыве от среды, где они образовались. В отрыве от других минералов, просто минерал. Изучались его свойства, изучался состав. Вернадский, он создал учение, генетическую минералогию, учение как история минералов земной коры, вот так можно это назвать. Вот это в то время был прорыв. Согласно Вернадскому, минерал непрерывно взаимодействует с окружающей средой и изменяется, если меняются условия среды. Эта идея и лежит в основе генетической минералогии. Местом рождения нового направления в науке станет кафедра минералогии в Московском университете, где Вернадский будет преподавать и работать на протяжении 20 лет. Там же он ведет новый метод в обучении студентов – минералогические экскурсии. В
1896 году Вернадский впервые в истории Московского университета вывозит студентов на геолого-минералогические практики. С тех пор прошло без малого 120 лет, а эта практика до сих пор жива. К нам в геошколу при геологическом факультете приходят ребята с 8 по английский, по 11 класс. Мы проводим занятия по геологии, минералогии и очень часто выезжаем в различные поездки, например, в Карелию, на Урал. Когда-то давным-давно, сотни миллионов лет назад, точнее, где-то 280 миллионов, здесь плескалось довольно мелководное море, в котором жили организмы, и в результате отмирания этих организмов и осаждения на дно сформировались многометровые толщи вот этих вот пород, которые называются известняки. Ни одна лекция не может сравниться с таким выездом в поля. А когда ты понимаешь, что любой удар молотком по породе может открыть интереснейшие образцы древней фауны, просыпается настоящий исследовательский азарт. Ну, одежда у меня, конечно, не самая подходящая, но я все же попробую. Как-нибудь проиллюстрировать процесс образования там, нового минерала или новой горной породы? Вот перит? Да, вот смотрю, образцы замечательные. Вот перит, отлично. Он очень легко окисляется. И можно подойти, посмотреть, во что превращается при окислении перит. Мрамором облицованы многие станции московского метрополитена. Станция метро «Парк культуры» не исключение. Если внимательно вглядеться в эту плитку, то можно увидеть кристаллики перита. Но стоит только лишь протереть этот участок обыкновенной мокрой тряпкой, как мы запустим процесс преобразования перита в лимонит. Вот эти желтые и бурые разводы есть не что иное, как образовавшийся лимонит. Те, кто убирается в метро, фактически являются агентами выветривания. Да, говоря научным языком, агентами антропогенного выветривания. Ученые, стоявшие у истоков генетической минералогии, даже в самых смелых мечтах не могли предположить, насколько подробно в будущем человек сможет рассмотреть строение любого минерала. Но недостаточная техническая оснащенность компенсировалась энциклопедическими знаниями и научной интуицией, что позволяло делать смелые, и, главное, верные заключения при изучении минералов. Но вот сейчас вот мы видим, это уже электронный микроскоп. Это уже электронный микроскоп, оснащенный дополнительными спектрометрами. Он позволяет не только увидеть очень мелкие объекты, в том числе те, которые мельче длины световой волны, но также и выяснить их химический состав. То, что во времена Вернадского делалось недели, а может быть даже и месяцы, все вот эти вот химические анализы, сейчас занимает, как видите, ну, буквально минуты. Результат последних наших работ в этой области – это вот свидетельство о открытии новых минералов. Это минералы, составы которых были впервые получены в этой лаборатории. Ну, кристаллография, как мы знаем, она была, так сказать, первой любовью Владимира Ивановича. Да. То есть он начинал, как, собственно говоря, как кристаллограф. И его диссертация первая, да, которая была защищена в Санкт-Петербургском университете, была посвящена вопросам скольжения в кристаллическом веществе. В 40-х годах, да, значит, вот как мы знаем, да, вот его работа «Пространство и время», да, значит, по пространству и времени, он вернулся обратно вот к этим вопросам. И здесь ему принадлежат, пожалуй, наверное, ну, по крайней мере, для меня самое загадочное вот из его представлений, представление о кристаллическом пространстве, например. В частности, например, представление о том, что внутреннее пространство в кристалле не подчиняется законам эвклидовой геометрии. То есть вот это такое совершенно, как бы, такое тоже парадоксальное, очень интересное утверждение. И на самом деле открытие квазикристаллов, которое, вот, да, за которое недавно дали Нобелевскую премию, да, Даниэла Шахмана, вот, оно как раз показало то, что вот эти идеи о пространстве кристаллического вещества, они действительно являются
чем-то каким-то таким, может быть, какими-то прозрениями. Mm-hmm. Потому что на самом деле, что такое квазикристаллы? Они не являются кристаллами с точки зрения обычной, да? Поэтому мы их называются квазикристаллами. Mm-hmm. Вот. Но есть теории, то есть есть наиболее развитые математические аппараты их описания, это то, что квазикристаллы – это проекции обычных кристаллов из пятимерного, шестимерного пространства, трехмерного mm-hmm. пространства. То есть в кристаллах, оказывается, есть еще нечто такое, какие-то загадки, связанные именно с этим пространством. Это, mm-hmm. кажется, то, о чем были, чему были посвящены вот последние его, работы да-да, Владимира Ивановича. Вот эти биохимические очерки, mm-hmm. там вот его вот эти. И поэтому я думаю, что наше понимание его, вот этой идеи, оно еще где-то впереди. Вернадский трактует минералогию как науку о химических процессах в земной коре. Это значительно расширяет горизонт его научной деятельности. Вернадский минералог уступает место вернадскому геохимику. Термин «геохимия» был предложен швейцарским химиком Шонбайном в 1838 году. Однако самостоятельной наукой она стала лишь благодаря трудам Кларка, Гольдшмидта и Вернадского. А параллельно с работами Кларка в Америке Вернадский приступил к работе на кафедре минералогии вот в нашем университете. И он приобрел спектрограф, это был новый метод анализа тогда, и стал анализировать на редкие элементы, ну, природные объекты, которыми ему были интересны. Он опубликовал ряд выводов, вытекающих из его данных. Эти выводы вошли в фундамент геохимии. Вывод первый, что вообще набор химических элементов во всех природных объектах одинаков. Будь то горные породы земной коры, будь то морская вода, будь то метеориты. Потом появились специальные данные о составе звезд. Везде одни и те же элементы. Кислород, углерод, кремний, алюминий. Немножко в разные пропорции, немножко. Но то, что мир един с точки зрения вещества, это принцип геохимии, который я сегодня студентам преподаю. И он был четко сформулирован Вернадским. В 1922 году Вернадский по приглашению ректора Сорбонны приезжает в Париж. Он включен в число профессоров университета. И с декабря 1922 года начинает чтение курса лекции по геохимии. Вернадский поселится здесь, на улице Тулье, в доме номер 7. О том, что в Сорбонне начинает читать лекции русский профессор, парижане могли узнать из рекламной кампании, которая была развернута перед приездом Вернадского. Bonjour, c'est un cours du professeur russe Vernadsky sur la géochimie. C'est à quelle heure? C'est à 10h30, monsieur. Merci, monsieur. Курс состоял из 15 лекций. Вернадский читал по одной лекции в неделю. Лекции вызвали живой интерес, и руководство Сорбонны предложило издать их в виде отдельной книги. Вернадский дал свое согласие. Книга «Очерки геохимии» выйдет в свет во Франции в 1924 году, и лишь в 1927 ее издадут в России. «Очерки геохимии» станут основополагающей работой для этой науки. Многие современные геохимические исследования построены на идеях, высказанных Вернадским в этой книге. Люди в проносящихся мимо автомобилях и не подозревают, что здесь, в этом здании, с 1947 года и по сей день находится крупнейший центр геохимических исследований. Институт этот возник из лаборатории, которую создал Вернадский. Лаборатория называлась лабораторией биогеохимии. До 1945 года ее возглавлял Владимир Иванович Вернадский. В 1945 году, когда он ушел из жизни, его директором стал его ученик Александр Павлович Виноградов, который потом стал тоже академиком. В 1947 году из этой лаборатории был организован институт, который вот получил название геохимии аналитической химии. Геохи располагает одной из крупнейших в мире метеоритных коллекций. Непосредственное отношение к ее созданию имеет Вернадский.
Мало кто знает, что именно он был главным организатором метеоритных исследований в Советском Союзе. По инициативе Вернадского были организованы первые метеоритные экспедиции, в том числе и экспедиция Леонида Алексеевича Кулика на место падения Тунгусского метеорита. Как вы думаете, где я? Я нахожусь в библиотеке. Да-да, именно в библиотеке. Пусть вас не смущает вид этих книг. Вот, например, это. Довольно увесистый том. Сделанный явно не на Земле. Условно говоря, на Землю падает энциклопедия, содержащая массу уникальной информации. Надо только суметь ее прочитать. Ну и найти сам метеорит, разумеется. Почему вот интересны метеориты? Потому что они несут информацию образовании вещества вообще в Солнечной системе, о том, как образовывалось вещество Солнечной системы. Это вот каменные метеориты, так называемые обыкновенные хондриты. Вот, ну, не из этого вещества, но примерно из этого вещества и была образована Земля, когда вот она слипалась. Но потом Земля, вот она вот после того, как она сформировалась, она пережила очень такую бурную молодость. Вот, и все эти породы, они были перемешаны, там, продифференцированы, то есть произошла очень резкая эволюция такая. И вся вот эта информация, она стерлась из этих пород. А тогда как вот эти вот, к примеру, мы можем там сделать, изучить его, расшифровать его историю, что происходило там, к примеру, 4,5 миллиарда лет назад в Солнечной системе. Правда, мы знаем, вот в метеоритах, в углистых хондритах, там находятся, значит, частички, которые имеют внесолнечное происхождение. То есть они попали откуда-то из нашей галактики, значит, и вот это вот вещество, когда оно формировалось, образовывало какие-то сгустки, уплотнения, вот эти вот пылинки, они находятся в этом веществе. А потом, поскольку это вещество никак не преобразовано, то они вот так вот и сохранились. А поэтому вот расшифровывая изотопный состав вот этих вот пылинок, мы можем установить, из какой звезды к нам пришла эта пылинка, в каких условиях она образовалась. В настоящее время считается, что примерно 200 звезд внесли свой вклад в вещество нашей Солнечной системы. Расскажите, пожалуйста, про космохимию. Вот что это за наука, чем занимается, когда она возникла? La космохимия, on pourrait dire. Можно сказать, что космохимия родилась благодаря падению метеоритного дождя в нормандском городе Легаль в 1803 году. Благодаря этому событию приобрел известность Жан-Батист Био, молодой ученый, избранный членом Академии Наполеоном I. Этот блестящий ученый определил, что упавшие каменные фрагменты отличаются по своему строению от камней земного происхождения. С этого момента метеориты стали восприниматься как объекты внеземного происхождения. Именно химические исследования Био позволили начать изучение метеоритов как таковых и положили начало сбору первых официальных метеоритных коллекций. Сейчас многие говорят о метеоритах в ракурсе обсуждения вопросов происхождения жизни. С этой точки зрения интересно то, что в метеоритах обнаружены органические молекулы, которые могли возникнуть абиотическим путем, то есть не были произведены живыми существами, жизнью. Мы можем идентифицировать эти молекулы. Например, мы знаем, что в метеоритах много аминокислот, простых органических соединений, из которых строят белки. Однако сами важнейшие молекулы, являющиеся неотъемлемой частью живой материи, в метеоритах не обнаружены. То есть имеет место следующий факт. В метеоритах встречаются некоторые органические молекулы, которые есть в живом веществе, и одновременно в метеоритах отсутствуют важнейшие молекулы, которые жизнь использует ежедневно. Вне всякого сомнения, это направление в исследованиях поможет нам понять, какие именно молекулы использовала жизнь на стадии своего зарождения. Ведь тогда падало много метеоритов, которые приносили органические молекулы, и
жизнь была вынуждена как-то выкручиваться, приспосабливаться и синтезировать другие молекулы, которые она сейчас использует на каждом шагу, например, в носителе генетической информации в ДНК. Но вот чего мы совершенно не знаем, так это того, из какой именно молекулы развилась жизнь. Поэтому мысль о том, что метеориты стоят у истоков жизни, мне представляется ложной или, во всяком случае, необоснованной, потому что это нам достоверно неизвестно. Ну, вообще говоря, Вернадский сторонник той теории, которая называется панспермией, то есть всюдности жизни. Все горные породы, все свидетельства былых процессов содержат в себе несомненное присутствие жизни, признаки этого присутствия. И мы не видим на Земле ни одного кусочка горной породы, про которую могли бы сказать точно, что в это время на Земле жизни не было. Сам Владимир Иванович склонялся к тому, что жизнь – это космическое явление, споры жизни носятся в космосе и могут заселять подходящие условия. Но основным доказательством его было, почему не может вот возникнуть жизнь на Земле. Потому что у нас, значит, белки все имеют левый поворот, так называемые, ну, спирали, вот эти молекулы, они все закручиваются налево. Вот это так называемая хиральность структур. А если мы, значит, получаем синтетические какие-то вот органические соединения, то там получается левый и правый повороты одинаковые. И только в живом веществе строго отфильтрован один вот поворот. Вот эта геометрия чистой спирали, она может возникать только в среде, которая дозволяет существование такой спирали. Над этим бьются, пытаясь их получить. Но никто в эксперименте пока их не получил. Получают в эксперименте великолепно, значит, аминокислоты, но они все там, и левый, и правый поворот. То есть при обладании левого поворота не получается? Не получается. Есть только модели, описывающие, как бы это может быть, но это такие узкие условия в этих даже в этих моделях, такие узкие условия, когда это может получиться, что вообще как-то это самое фантастично. А Вернадский считал, что это как бы должно быть, и не может случайный занос создать жизнь. Он пишет, что это должно быть, в общем, ну, изменение среды и мощный привнос извне. Это не могла быть, не мог быть один организм. Это не могла быть одна клетка там, и прочее. Знаете, как вот появилась, вот должна это действие сразу, преобразование среды сразу, растекание жизни, которое, так сказать, одно из правил Вернадского, так сказать, что жизнь, она как газ должна расползаться, и везде она есть. Часто бывает, что самые заурядные предметы приводят к совершенно удивительным научным открытиям. Это саранча перелетная, лакуста мигратория. В 41-м номере журнала Nature за 1889 год была напечатана короткая заметка. Ее автор Т. Джей Карутерс, путешествуя по Красному морю на пассажирском пароходе «Галконда», наблюдал пролет огромной стаи саранчи. Забавы ради, Карутерс и пассажиры произвели некоторые расчеты. Они показали, что вся стая растянулась на 48 миль и занимала площадь 2304 квадратные мили. В ней было 24 миллиарда особей, а их общий вес составлял 42,5 миллиона тонн. Вот что записал Вернадский, прочитав заметку. Эта туча саранчи, выраженная в химических элементах и в метрических тоннах, может считаться аналогичной горной породе, или, вернее, движущейся горной породе, одаренной свободной энергией. Возможно, именно тогда у Вернадского впервые зародилась мысль о том, что можно рассматривать все живые организмы как некую совокупность, которую он назвал живым веществом, и об участии этого живого вещества в геологических и геохимических процессах на Земле. Эта мысль и приведет его к формулированию основ новой науки – биогеохимии. У нас нет живого вещества как такового, это абстракция. Но эта абстракция позволяет рассматривать и математически оценивать количественно роль всей совокупности живых организмов в перемещении атомов земной коры. Это абстракция такого высокого уровня, который требует планетарного видения. Вернадский вышел на этот уровень, потому что с самого начала занимался минералогией и как бы выходил через минерал и какую-то единицу структурную очень мелкую на очень крупную
обобщения. И вот здесь же он сделал то же самое для биологии фактически. Он стал смотреть на живые организмы как на агента преобразования химического состава планеты. И это действительно было на самом деле революционное такое видение. Возникнув на стыке биологии и геохимии, биогеохимия вызвала в научной среде много недоверия и критики. Слишком спорным казался такой симбиоз. Технические возможности того времени не позволяли подтвердить или опровергнуть постулаты новой науки, сформулированной Вернадским. Но он сумел предсказать многие биогеохимические свойства живого вещества. Например, фракционирование изотопов. Термин «изотоп» ввел английский радиохимик Соди, который предложил изотопом называть разновидности атомов, которые при одинаковом заряде ядра имеют разный атомный вес. Многие элементы существуют в виде смеси стабильных изотопов. Это можно увидеть на примере основных изотопов углерода. При одинаковом заряде ядра, равном 6, количество нейтронов в ядре разное. Как образно выразился Фредерик Соди, атомы изотопов одинаковы снаружи, но различны внутри. В начале 20 века начался бум открытия изотопов разных элементов. Вернадского идеи изотопии захватили, увлекли. И он, вернувшись в Россию, стал активно их развивать. И в 26-м году у него выходит статья «Изотопы и живое вещество», в которых он делает свои предположения о том, как ведутся изотопы в живом веществе, как они фракционируют. Это весьма интересно, потому что на тот момент ничего о фракционировании изотопов не было известно. Мало того, изотопы углерода и кислорода вообще не были открыты. Их открыли только через 2 года после его публикации. И только через 20 лет их начали измерять в природных объектах. Вернадский в своей работе предположил: живые организмы способны избирать определенные изотопы из их смесей, каковыми являются многие элементы окружающей нас среды. Сегодня фракционирование изотопов понимается более широко, а именно как изменение изотопного состава продуктов жизнедеятельности живых организмов по сравнению с изотопным составом исходных веществ окружающей среды. Изотопный анализ стал одним из основных методов в современных научных исследованиях. Я занимаюсь изучением таких бактерий, которые осуществляют очень важную геохимическую реакцию. Поглощая углекислый газ, они способны осаждать из растворов карбонаты кальция. В результате деятельности этих организмов создается новое минеральное образование – кальцит. Для лучшего понимания того, как происходит реакция осаждения карбонатов, после экспериментальных опытов с бактериями я изучаю новообразованные карбонаты под микроскопом и определяю в них изотопный состав углерода и кислорода. Некоторые ученые полагают, что осаждение карбонатов в присутствии бактерий – это скорее абиотический процесс, что бактерии лишь создают благоприятные условия для осаждения карбонатов, и что образованный кальцит является исключительно побочным продуктом их жизнедеятельности. Но наши исследования показывают, что это не совсем так. Обычно в природе кристаллы кальцита имеют кубическую, а не сферическую форму. Однако в ходе моих экспериментов я получаю сферические формы. И такого типа формы характерны для биотического способа образования минералов. Определяемый мной изотопный состав также свидетельствует о том, что способ осаждения карбонатов бактериями очень похож на тот способ, который используют кораллы или раковины в океане, аккумулирующие карбонаты кальция непосредственно в своих телах. Эти результаты нас вдохновляют, поскольку вместо того, чтобы выбрасывать углекислый газ в атмосферу или складировать его под землей, некоторые промышленные предприятия могли бы закачивать его в специальные биологические реакторы. В этих реакторах с помощью бактерий можно утилизировать углекислый газ, переводя его в твердое вещество – карбонаты кальция. Нам хотелось бы понять, что можно сделать в этом направлении и как контролировать изъятие углекислого газа в целях биологического оздоровления климата. Сегодня отличный день для прогулок. Примерно такая же погода стояла летом 1917 года, когда Вернадский находился в Староселе, на биологической станции. Он регулярно совершает пешие прогулки по окрестностям. Вернадский работает прямо в лесу, пишет обзорные статьи по геохимии и наблюдает за течением жизни. Во время своих прогулок Вернадский обратит внимание на то, как быстро вода в застоявшемся пруду зарастает ряской. Этот опыт, поставленный самой природой, очень заинтересует его. Вещество, охваченное самой жизнью,
Именно такое определение Вернадски даст этому процессу. Допустим, в чистый водоем каким-либо образом попадает ряска. Через совсем короткий промежуток времени он будет выглядеть именно так. Ряске понадобится совсем немного усилий, чтобы заселить новую территорию. Способность живого вещества быстро занимать все свободное пространство всюдной жизни по Вернадскому находит свое применение в самых неожиданных областях. Например, для получения альтернативных источников энергии, таких как биогаз и биотопливо. За этими стенами проводится эксперимент, который в случае успеха сможет вписать новую страницу в эти исследования. Здесь выращивается очень ценная, уникальная микроводоросль, известная как спирулина, спирулина платенсис. Ну, в этой чашке прям кипит жизнь. Это у нас культиваторы для выращивания водорослей, для получения биомассы, как сырья для различных энергетических продуктов. Сейчас насущным является получение на основе микроводорослей биотоплива. Технология получения биотоплива выглядит так. Из накопленных в клетках микроводорослей липидов путем отжима или экстракции с помощью химических растворителей получают водорослевое масло. Дальше с помощью определенной химической реакции оно преобразуется в биодизель. Если водоросль вот так, таким способом вырастить, много ее получить, собрать, чтобы она была живая, не сушить, а потом поместить в условия так называемого голодания, физиологического стресса, водоросль как бы пугается, и начинается у нее аккумулирование в клетке больших количеств липидов. Вот в обычных условиях количество липидов порядка 7%, то когда мы создаем стресс, это количество липидов может повышаться до 40% и может рассматриваться как источник сырья для получения биотоплива. Но есть у цианобактерий, к роду которых относится и спирулина, заслуги куда более серьезные. Являясь одними из древнейших на Земле организмов, цианобактерии внесли самый значительный вклад в эволюцию биосферы. Своим сегодняшним обликом наша планета обязана именно им. Франсуа, какие микробиологические процессы важны для биосферы и для эволюции биосферы? Je pense immédiatement à un processus important pour de la microbiologie pour toute Синтез свободного кислорода воздуха – очень важный процесс для биосферы. Нужно понимать, что в течение 4,5 миллиардов лет существования Земли, более половины этого времени, земная атмосфера была лишена свободного кислорода. Кислород появился примерно 2-2,5 миллиарда лет назад. И мы знаем, что именно микроорганизмы видоизменили атмосферу Земли, обогатив ее кислородом, которым мы дышим. Fabriquer l'oxygène de l'atmosphère que nous respirons. Это появление свободного кислорода в атмосфере, которое произошло в Докембрии, ключевая дата в истории Древней Земли. Нам известно, что тогда условия в атмосфере резко изменились, и для нас это очень важно, так как известно, что кислород появился благодаря цианобактериальному фотосинтезу, биохимической реакции, осуществляемой микроорганизмами. Это ключевой момент в переходе к новой биосфере. Как вы думаете, что это? Это не игрушка, это не красивый сувенир. Я держу в руках очень маленькую биосферу. Держу крепко, чтобы не уронить и не разрушить хрупкое равновесие, заключенное в этом прозрачном шаре. Что такое биосфера? Где она начинается, где она заканчивается? Вернадский сумел ответить на эти вопросы. Он определил пространство, которое охватывает биосфера Земли. Это вся гидросфера до максимальной глубины океанов, верхняя часть литосферы до глубины порядка 3 километров и атмосфера до верхней границы тропосферы. То есть все, что меня окружает, включая эту замечательную корову, и является частью биосферы. Но Вернадский был свободен в перешагивании границ. Для него единство мира позволило прийти к биосфере.
Первое определение биосферы дал Эдуард Зюс, австрийский геолог. В 1875 году он назвал биосферой особую оболочку нашей планеты, включающую в себя совокупность живых организмов, и противопоставил ее другим земным оболочкам. Дальше этого дела не пошло. Хотя, стоит отметить, что Зюс двигался в правильном направлении. Но создать законченное учение о биосфере удастся позже. Создателем этого учения будет Вернадский. На Земле в течение тех, наверное, 3-6 примерно, да, миллиардов лет, что считается, существует жизнь, постоянно менялись биосферы, разные состояния биосфер, разные ее мощности, естественно, разное количество организмов, которые живут в этой биосфере. Но значение Вернадского, который сформулировал представление, вот современное представление о биосфере, заключается в том, что это не, как иногда до сих пор считают, что это некое сообщество организмов. Все-таки вот величие Вернадского заключается в том, что это среда жизни. То есть та среда, которая находится в жизни и которая создает, естественно, эту среду. Сейчас находимся на территории биосферного заповедника. Что такое биосферный заповедник? В развитии идеи Вернадского в 1962 году была программа ЮНЕСКО, международная биологическая программа, на которой по всему миру, по одной программе, определяли фитомассу, биомассу растений, проводили химический анализ, определяли содержание вещества, голубая мечта Вернадского, и оценивали круговороты, биохимический цикл Вернадского. Значит, программа прошла очень успешно. При ЮНЕСКО, значит, создали группу, которая, значит, обосновала идею биосферных заповедников, что в мире должны существовать вот такие точки, в которых постоянно ведутся наблюдения, и они охраняются от воздействия человека. Значит, мы с вами сейчас находимся на так называемой станции Эдди Корреляйшн. Значит, ее задача – измерять потоки тепла, потоки СО2 в системе, влажность почвы, содержание влаги в растениях, движение соков, растворов в растении. То есть это фактически некая вот система измерения физиологии экосистем. И вот этих станций, их в мире где-то сейчас 250 вот таких станций, у нас в стране около 10, у нас здесь на территории заповедника 2. То есть тем самым это как бы вот опорные точки для понимания функционирования природы. В начале 1920 года Вернадский переносит цепной тиф. Оправившись, он пишет в своем дневнике о странных видениях, посещавших его во время болезни. В них он видел себя организатором большого института по изучению живого вещества. Институт находился в Соединенных Штатах Америки. Постройка института шла усиленными темпами. Мы переехали туда, когда все было готово, месяца за два до официального открытия. Я видел каким-то внутренним зрением весь институт. Огромное здание, расположенное недалеко от океана. Кругом дома для научного персонала и служащих, среди парка и цветов. Сон, ставший явью. Проект «Биосфера-2». Строительство «Биосфера-2» началось в 1986 году. Идейным вдохновителем проекта был Джон Аллен. Эколог, инженер, писатель и в немалой степени авантюрист. Само собой, для такого мощного проекта потребовался серьезный фундамент, как в прямом, так и в переносном смысле. Сложно даже представить, сколько бетона, стекла и железа ушло на этот комплекс. Научным фундаментом проекта стали работы Вернадского, посвященные живому веществу и биосфере. Биогеохимические очерки, биосфера, биосфера и ноосфера и еще целый ряд трудов послужили отправной точкой для эксперимента. Проект «Биосфера-2» стартовал в 1991 году. Под стеклянными сводами оранжерей, полностью изолированных от окружающей среды, разместилось около 3000 видов растений и животных и 8 человек, четверо мужчин и 4 женщины. Ученые надеялись получить результаты, которые могли в дальнейшем быть использованы при колонизации других планет.
Это был уникальный, дерзкий проект. Его цель состояла в том, чтобы узнать, можно ли создать закрытую экосистему, которая могла бы поддерживать жизнь человека в любых условиях. Например, позволила бы человеку жить на других планетах, где он вынужден находиться в окружении агрессивной среды. Это должна была быть устойчивая система, способная к саморегуляции. У нее должны были быть биологические составляющие, которые обеспечивали бы людей, живущих в ней, пищей и кислородом. Я считаю, создатели этого эксперимента добились успеха. Они создали такую закрытую систему. В ней жили люди, из нее получали кислород и пищу. Правда, количество кислорода и пищи, производимого системой, не могло обеспечить их комфортного существования, а было лишь достаточным для выживания. Были созданы 7 различных биомов. Пустыня, саванна, тропический лес, океан с коралловым рифом и мангровым эстуарием, а также агроценоз. Для участия проекта выращивали овощи и фрукты. Когда участники эксперимента стали жить в биосфере 2, чтобы выяснить, может ли эта закрытая система обеспечивать их всем необходимым для жизни на протяжении 2 лет, возникли непредвиденные осложнения. Почвы, которые поместили в сельскохозяйственный биом, и почвы тропического леса, были настолько богаты и плодородны, что в них развились разнообразные и обильные микробные сообщества. Эти сообщества стали поглощать кислород и выделять углекислый газ. А растения, которые сейчас старше на 23 года, в тот момент не были так развиты. Вследствие этого дыхание почв, сопровождаемое выделением углекислого газа, стало опережать воспроизводство кислорода за счет фотосинтеза. Содержание углекислого газа сильно выросло, а содержание кислорода в воздухе упало до 14% с лишним. Так что в систему пришлось подкачивать кислород извне. На мой взгляд, самый важный урок, который мы извлекли из этого эксперимента, это то, как плохо мы на самом деле понимаем функционирование биосферы нашей планеты. С 2007 года «Биосфера-2» находится в управлении Университета штата Аризона. Ученые со всего мира получили доступ к уникальному полигону, позволяющему проводить исследования в разных областях науки Земли. Это значит, что эксперимент не закончен, он продолжается. Это, наверное, и есть главное достижение создателей проекта. Сейчас здесь осуществляется несколько научных проектов. Возможно, тот, который перед вами, один из самых захватывающих. Это обсерватория эволюции ландшафта. Во время проведения эксперимента «Биосфера-2» здесь был сельскохозяйственный биом, где участники проекта выращивали для себя пищу. В настоящее время мы создали на этой площадке 3 искусственных склона, очень больших. Их размеры 12 на 30 метров, где мы ведем наблюдение одновременно за гидрологическими, биологическими и геохимическими процессами. Можно сказать, что этот проект является развитием идеи Вернадского, который соединил геологию, химию и биологию в биогеохимию. Собственно говоря, его идеи уже стали неотъемлемой частью основополагающих принципов науки. Наш следующий шаг — это объединить геохимию с гидрологией. Сделать так, чтобы на проекте и геохимики, и гидрологи работали вместе, изучая влияние водных потоков на изменение вещественного состава в системе. Мы пытаемся понять, что происходит с горной породой, когда она заселяется живыми организмами, то есть как начинается биологическое выветривание. Что происходит в момент, когда первая капля воды попадает на поверхность породы, когда в ней прорастают семена растений и начинают размножаться микроорганизмы. Биологическая колонизация горных пород — это не только извлечение питательных веществ живыми организмами и возврат их обратно в природу, но и процесс, который на протяжении миллионов лет помогал формировать почвы и экосистемы. Вы видите, у нас тут есть 6 камер с внешними системами управления. В каждой камере находится 50 отверстий, и в них размещены экспериментальные колонки. В колонках находится около 600 граммов твердого материала, невыветренной горной породы, размолотой до размера зерен первичных минералов. Во всех колонках количество породы одинаково, но в разных колонках представлены разные горные породы. Гранит, базальт, кристаллический сланец и вулканический аналог гранита — риолит. В некоторые колонки мы ничего не добавляли, чтобы можно было получить представление о химическом выветривании, которое протекает без участия живых организмов, и затем сравнить его с биологическим выветриванием.
В другие были добавлены микроорганизмы. В третьи мы поместили семена травянистых растений, произрастающих в степях или альпийских лугах. А в четвертые добавили микоризу. Это грибок, который живет в симбиозе с 90% всех растений Земли. И в каждой из колонок есть бактерии. То есть мы разделили экосистему на составляющие части и поместили в экстремальные условия, чтобы понять, как она функционирует и что делает ее столь мощной, что позволяет покрыть всю нашу планету. Вернадский первым сказал о том, что Земля в большей степени преобразована геохимически именно живым веществом, живыми организмами. Человек появился на Земле относительно недавно, но за короткое время стал, по словам Вернадского, мощной геологической силой, преобразовывающей лик Земли. Но не стоит забывать пятый постулат учения Вернадского о биосфере. Все без исключения функции живого вещества в биосфере могут быть исполнены простейшими одноклеточными организмами. Я думаю, что биосфера имеет способность к саморегуляции, то есть при помощи ретроактивных механизмов она может восстанавливать свое равновесие. Но я считаю, что с того момента, как человечество стало, по словам Вернадского, геологической силой планетарного масштаба, эти способности биосферы довольно ограничены. На мой взгляд, проблема состоит в том, что общество, политики и руководители реагируют только на те риски, которые они считают опасными для самих себя. А сейчас, я полагаю, встает вопрос гораздо более глобальный, нежели выживание биосферы, а именно вопрос о долгосрочном выживании человечества на грядущие века. А биосфера вполне способна существовать сама по себе и без человечества. Представление о том, что человек вообще играет отрицательную роль, загрязняет среду, там, значит, природу калечит, они ведь рано появились. Вот Вернадский на это взглянул с другой стороны. Он решил, что дело не в том, что человек является таким, ну, врагом как бы биосферы. Он является ее порождением и определенным этапом развития биосферы. А что вносит биосферу человек? Он вносит разум, он вносит возможность предвидения. Если биосфера развивается сама по себе стихийно, то интеллект позволяет не дожидаться, так сказать, природного эксперимента, а предвидеть, что может произойти. А предвидя, что может произойти, он может изменить соответствующим образом те явления, которые в биосфере происходят без него стихийно. И вот эта биосфера, в которую будет внесена идея разума, но, так, вот это вот и есть ноосфера. В 1944 году в своей последней работе «Несколько слов о ноосфере» Вернадский пишет: «Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное изменение биосферы. Мы входим в ноосферу». Термин «ноосфера» звучит и в других работах Вернадского, но и сегодня остается самой неоднозначной, незавершенной его идеей, которую сам Владимир Иванович в полной мере развить не успел. Я опасаюсь, что это осталось рабочей гипотезой. Почему? Потому что сейчас мы с вами живем в ноосфере, и мы видим количество проблем, можно пальцев не хватит перебрать, которые мы не можем преодолеть. Мы видим кризисы социальные, политические, мы видим кризисы природопользования, мы знаем о работе пределы роста, которые изменили отношение мира к этому. Но он дал невероятно важный импульс к этому. Многие представляли себе ноосферу как идеальный мир, утопию, в которой человечество находится в гармонии с природой. Это не так. Скорее всего, ноосфера, она наступит медленно и незаметно. И наступит она не тем, что мы вдруг увидим красивые леса, лужайки без грязи. Ноосфера наступит таким образом, что те проблемы, которые нависают над человечеством, будут решены за счет технологий. Вот главная идея. В перспективе, с точки зрения ноосферы, человек должен стать настолько могущественным, что он должен помогать природе в тех критических состояниях, в которых она может оказаться. Вот. Но это не значит, что он должен полностью покорить
и исключить вот все это разнообразие видов, ландшафтов, которые созданы очень долгой эволюцией. Вопрос о ресурсах. Кончатся ли ресурсы Земли? Этот вопрос был открыт. И даже когда в 1944 году Владимир Иванович Вернадский ввел термин «ноосфера» на русском языке впервые, было неочевидно, преодолеет ли человечество ресурсы планеты своей численностью. И вот сегодня мы увидели удивительное доказательство, ну, вот этого провидения научного Владимира Вернадского. Сегодня мы живем в необычайную эпоху с точки зрения человечества. Человечество перестало расти по экспоненте. Случился демографический переход. Численность населения начала стабилизироваться. Что это? Может быть, это и есть переход к ноосфере, когда поведение человека перестает управляться его инстинктами и становится управляемым разумом. Научная мысль, как основной, так сказать, продукт сознания высшего уровня, должен привести человека к осознанию не только собственной мощи, как по сравнению со всеми другими видами, но и к самоограничению. И это самоограничение должно быть именно основано на научном понимании мира. На этом, я думаю, основан был оптимизм Владимира Ивановича, когда он говорил, что невозможно, чтобы вот именно это не победило, потому что в противном случае нас ждет самоуничтожение. Все человечество вместе взятое представляет ничтожную массу вещества планеты. Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом, с его разумом и направленным этим разумом его трудом. В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление. Выдающегося русского ученого Владимира Ивановича Вернадского не стало 6 января 1945 года. «Я за срочную работу не берусь», — говорил он. Видимо, поэтому ему удалось так много успеть. Очень часто смерть становится той точкой, после которой имя ученого, его труды и открытия навечно поселяются в энциклопедиях, справочниках и учебниках. И больше нигде. Так бывает. С Владимиром Ивановичем Вернадским этого не произошло. И, я думаю, не произойдет никогда. Его мысли и идеи продолжают будоражить умы, заставляют спорить и искать ответы ученых 21 века.